Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. С вами я, Лидия, и наша дача в 10 соток. Сегодня у нас 23 сентября 2023 года, суббота, и мы всей семьей приехали на дачу. Первым делом сразу же проверяю теплицу. Ночи у нас холодные, хотя днем у нас продолжается бабье лето, плюс 20 градусов на улице. Дует прохладный, конечно, ветерок, но на улице комфортная, хорошая погода. Теплицу мы закрываем, и поэтому скапливается, конечно, конденсат, и это вызывает фитофтору. Поэтому поспешила быстрее собрать оставшиеся зеленые томаты, и надо убирать, все убирать, потому что с завтрашнего дня обещают у нас уже дождливую погоду и ночные заморозки. Вот, заморозков у нас до сегодняшнего дня не было, и мы этому, конечно, очень рады, такое у нас в Сибири очень редко бывает, поэтому сейчас вот буду собирать все свои томатики.